Жизнь на пенсии только начинается. В Павлодаре впервые прошел конкурс «Суперопашка-2018». Участие в нем приняли 10 конкурсанток от 62 до 77 лет. Самые активные бабушки Прииртышья продемонстрировали свои кулинарные способности, певческие и танцевальные таланты и, конечно же, умение дефилировать в вечерних платьях. Со мной рядом участницы первого областного конкурса «Суперопашка-2018». Их опыту и молодости можно только позавидовать, задором восхищаться, а опыту и мудрости у них учиться и учиться. И я сегодня говорю, что они супер! Тамара Каминская – участница под номером 1. Ей 65 лет, но покой и уныние точно не для нее. Инженер-конструктор по образованию и бывший работник тракторного завода, сегодня она постоянный участник всех мероприятий в клубе ветеранов «Замандас». Поддержать активную бабушку пришли подружки и ее внучки. Вместе они приготовили танцевальный номер. Любовь Браун уже суперопашка. У нее 8 внуков, воспитывать которых для пенсионерки дело привычное. Ведь больше 30 лет отработала в детском саду воспитателем. Настрой замечательный. Спасибо, что вы есть, что вы о нас говорите. Мы очень довольны. Бабушки веселые, красивые. И как нам делают прически. Мы завтра идем в ресторан. Организатором и идейным вдохновителем необычного конкурса стала Валентина Толмачева, инвалид первой группы. Валентина и сама ведет активный образ жизни, постоянно участвуя в республиканских танцевальных и поэтических конкурсах. Во время одного из них и пришла мысль организовать состязание бабушек. Жизнь на пенсии только начинается, говорят все без исключения участницы конкурса. Для своих родных они уже победительницы, сумевшие бросить вызов возрасту и себе. Гульмира Бактярова, Досымбек Токаев, Ертыс Ахпарат.